на берегу Средиземного моря. Вот этот пляж у нас Алька. За счет этого моря очень чистое. Чистейшее. Нет никакой мути, каламути, можно заходить и видеть себя вообще как стекло. Вот, Доминика улыбается. Вода теплая, 30 градусов. Отлично. Ну и плавает тут негодяй. Еще один челлендж. Сейчас мы будем прыгать с пирса. Пирс достигает 4 метра высоты. Давайте посмотрим, сможет ли Доминика прыгнуть. Вот уже пловец готовится к заходу. Пирс ждет этого пловца. Вот он, пирс. Доминика, тебе страшно буду прыгать? Нет. Нет? Ты готова? Давай. Давай. Вы бачите, яка чиста вода. Можна бачити дно. Не плавай, Доминика. Іди сюди. До мене. До мене. Итак, мы усиливаем челлендж. Вот был предыдущий пирс, он был гораздо ниже. А теперь мы забрались еще выше. Доминика, ты готова покорить этот пирс? Да. Да, здесь очень большая высота, долго-долго лететь. Ничего, пловец готов. Готов сделать это. Здесь у нас 4 метра высоты. Доминика уже в полной готовности. А, Доминика, давай! Оба-бу! Жив. Челлендж выполнен. А ну-ка, давай, Доминика, давай, давай, давай. Заныривай. У-ху-ху-ху. Что тут бывает? А чего? Наш вон тебе. Да, у нас такие дома нема камінчиків. А чому? А чего, у нас таких не буває? Во дворі таких точно нема? А чего? Це особливі камінчики, да? Ну, не дуже. А які тобі подобаються, покажи. Саме більше? Да. А що він тобі подобається? Він такий дуже гладенький, і тут мої улюблені пера. А знаєш, як він став таким гладеньким? Бо його вода. Море, да? Море хвилями його зробило таким.